Как пояснили в профильном ведомстве, скончавшийся 60-летний Михаил Осинкин приехал в поликлинику из Центра реабилитации для бездомных «Шанс». После прохождения обследования уже на улице мужчине стало плохо. Медсестра, которая сопровождала бездомного, вызвала врача. Потерявшего сознание пенсионера занесли обратно в поликлинику и уложили на кушетку. Артериальное давление у него было 50 на 20 миллиметров ртутного столба. Реанимационные мероприятия проводились в течение 20 минут, но были, к сожалению, безуспешны. И в 12:20 констатирована смерть пациента. Судебно-медицинской экспертизой была установлена причина смерти – обширный инфаркт миокарда на фоне выраженного атеросклероза со стенозом коронарных артерий. После констатации смерти тело мужчины пролежало в холле поликлиники еще полтора часа. Столько времени понадобилось полицейским, чтобы добраться до медучреждения для составления протокола. Видимо, это и породило многочисленные слухи о неоказании помощи пациенту.